Привет, друзья! Меня зовут Вера, вы на канале Веропек, и сегодня у нас очередная распаковка с сайта myshop.ru. Заказ небольшой, поэтому я надеюсь, что мы с ним разделаемся быстро, но не исключаю, что рассказывать буду, как обычно, долго и подробно. Экономит на коробках и складывает заказы вот в такие вот рулетики. Сейчас откроем. Начну с конструкторов. Это конструкторы, совместимые с Лего. И именно вот за этим велосипедом я гонялась очень долго. Я ждала его в MyShop больше года, когда он появится. Его стоимость около 50 рублей. И именно из-за велосипеда и вот этого почтового ящика мне его безумно хотелось приобрести. И наконец-то он появился. Я его сразу же заказала. И в дополнение MyShop предложил мне еще вот такой вот. Он тоже появился вместе с велосипедом. Я его тоже взяла. Конструкторы в розовых упаковках. Розовая мечта, видимо, с претензией на то, что это конструкторы для девочек, но для меня это совершенно никакой разницы не имеет. Будем с Тёмкой играть. Это, конечно, не Лего. И даже не те конструкторы китайские, которые я неоднократно показывала в своих обзорах. Это что-то такое нашего отечественного производителя. Из плюсов. У человечка двигается голова. То есть она у него так сделана, что она двигается вперед-назад, во все стороны, то есть там как шарнирчик такой небольшой. Ручки-ножки, все это тоже двигается, тельце вращается, удобно. Из минусов у этого приятеля еще должна быть прическа, но она попросту не держится на его голове, и, соответственно, ребенок очень психует из-за этого, приходится ее прятать. Вот, он у нас лысенький такой ходит. В целом наборчики неплохие, вот мы уже наклеечки наклеили. Но, конечно, качество пластика это не Лего, и нужно быть к этому готовым. 50 рублей, они и есть 50 рублей. Муж у меня вообще это все очень не любит, он считает, что это баловство. И лучше купить один нормальный набор, но ради таких вот мелочей, таких как велосипед или вот Сколько? Даже заправку, мне кажется, можно и немножечко побаловаться. Это все, естественно, снимается. Заправляется, обратно надевается. Но все очень хрупкое. Вот, видите? Одной рукой это едва ли возможно делать. Но ребенку нравится, вот он играет там. Далее заказала ему такую копилочку. Называется она «Исчезающие монеты». То есть здесь такой оптический обман. Вот здесь вот есть разрез для монеток. Но при этом, когда малыш бросает туда монетку, он не видит ее внутри. Кажется, что кубичек пустой. То есть это просто такая вещица ради фокусов, ради развлечения, но не для того, чтобы действительно копить в ней какие-то средства. Купили вот такие вот гигантские мыльные пузыри, хорошие о них отзывы. Еще прошлым летом я хотела попробовать заказать, но в итоге они пропали из наличия, и только сейчас, вот тоже весной, они появились. Наконец-то я их взяла. Единственный недостаток, ну, опять-таки, судя по отзывам, это то, что жидкости, которые разводятся, там, я так понимаю, какие-то пакетики должны быть, ее маловато, то есть хватает буквально на 2-3 игры, ну, таких активных с ребенком. Но, тем не менее, будем пробовать. Обязательно, конечно же, сниму на даче видео. Синяя тарелочка будет использоваться как емкость для жидкости. И в дальнейшем ее можно использовать в играх, как обычную, ну, как они там в детстве назывались, летающие тарелки. Сейчас это фрисби называется. Вот, так что будем тестировать. Купили книжку «Где моя шапка» Джона Классена. Это бестселлер New York Times, книга переведена на десятки языков, она получила более 20 литературных премий, но что-то мне подсказывает, что эта книжка не настолько уж и гениальна, скорее всего, она просто необычна по своей сути. Я не очень поняла, в чем соль по картиночкам на лабиринте, но решила ее заказать, потому что на MyShop она стоит 50 рублей. Конечно, ее качество, оно стоит гораздо дороже. И на лабиринте она стоит там 300 плюс. Не знаю, почему на MyShop такая цена. Но вот просто для того, чтобы с ней познакомиться, и в случае, если она нам вдруг не понравится, отнести ее в библиотеку, я решила приобрести. Знаю, что медведь потерял свою шапку. Знаю, что он ее ищет, обращаясь к животным леса. А чем там все закончится? Почему-то эта история называется детективной. Честно говоря, я так и не поняла. В общем, почитаем. И потом я обязательно ее покажу в наших обзорах.
Так, далее две такие неприметные книжечки, какие месяцы в году, знакомство с окружающим миром и развитие речи. И деревья, какие они. Ну, здесь ничего особенного, стишочки, какая-то такая достаточно поверхностная общая информация, загадки, вопросики. И то же самое, в принципе, с деревьями. Яблоня. Ну, может быть, какие-то интересные факты мы здесь с Тёмой почитаем. Я хочу в этом году попробовать с ним сделать гербарий. И, в принципе, заказывала эту книжку именно с этой целью, чтобы себя поднатаскать. Следующая покупка – это путеводитель для детей по городу Санкт-Петербургу. Увесистая книжка, большая. Так, здесь у нас идет карта города сразу же на форзаце. Так, содержания нет, но есть алфавитный указатель, уже хорошо. Я эту книжку листала в буквоеде, недавно мы с Тёмой заходили туда гуляли. Мне она понравилась, я уж не знаю, как оно дальше пойдет. Я не раз рассказывала, что не очень люблю, когда книги про искусство, или в данном случае вот про историю города, как-то делают детскими, рисованными, такими вот очень уж сильно адаптируют. Здесь, мне кажется, это сделано аккуратно, то есть остаются реальные фотографии реальных домов, улиц, там каких-то достопримечательностей. При этом есть такие вот веселенькие вкрапления для того, чтобы ребенку уж не совсем скучно было книжку эту читать, листать, смотреть. Поэтому я надеюсь, что это действительно будет интересно. Что касается заданий, которые здесь есть в этой книге, и текстов, пока ничего сказать не могу. Обязательно изучим и снимем отдельный обзор. А еще я купила Тёме вот такой вот пистолет. У меня был такой в детстве, я обожала с ним играть. Называется он пистолет «Маленький шериф». Он совершенно обычный, сделан из легкого пластика. Мячики похожи очень на мячики, шарики для пинг-понга. Покупала для лета, для дачи, для игр на улице. И последняя покупка – это игра «Хамелеон». Она направлена на развитие внимательности, визуальной памяти и реакции. Заявлено, что игра от 6 лет, но мы попробуем поиграть пораньше, потому что ни для кого не секрет, что возраст рекомендованный, указанный на упаковках. Это все очень формально. Внутри картонная подставка и колода карт, запечатанная в пленку. Правила игры очень интересные. Я оставлю ссылку на коротюсенькое видео, которое очень подробно рассказывает о том, что здесь нужно делать, чтобы не тратить ваше свое время. Кому интересно, посмотрите, ссылка будет под видео. На сегодня это все. Если обзор был вам интересен, полезен, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, на мою группу ВКонтакте. Берегите себя, свою семью и читайте хорошие книги. Пока!